В Самару приехали летающие канатоходцы. Захватывающие трюки продемонстрировали в новой цирковой программе «Сныша Херезады». Возглавляет труппу человек, ходивший над пропастью и попавший в Книгу рекордов Гиннесса Адам Веситаев. За головокружительными номерами наблюдала Татьяна Пудова. Уникальный номер «Алталена», аналогов которому пока в мире нет. На канате народный артист России Адам Веситаев, известный как человек, ходивший над пропастью и попавший в Книгу рекордов Гиннесса. Рядом с ним его жена Айна. Они вместе несколько десятилетий. И именно с ней он поставил этот номер, в котором артисты от начала до конца работают без страховки. Я всегда думаю, чтобы я мог качественно выполнить свою работу. То есть в тот момент я не слышу ни музыку, ни посторонний, я все равно отдан от своей работы. На арене восточная сказка, королевские верблюды, самые крупные в природе, лошади. За ними на арену выходят африканские львы, леопарды, ягуары, пантеры и пумы. От того, что вытворяют акробаты в снах Шахерезады, голова идет кругом. Сегодня нам очень интересно, у нас сегодня и любимые собачки, и прыжки на батутах. Поэтому ребенку безумно понравилось. В антракте зрителей ждет развлекательная программа. И специально для таких случаев в фойе тоже все предусмотрено. Мы поменяли все витражные стекла. Везде все красиво. Мы полностью покрасили пол первого этажа. Вся безопасность цирка обеспечивается. Как с пожарной безопасностью, так и безопасности артистов, зрителей. Звук, спецэффекты, свет, животные. Зрители увидят цирк во всем многообразии. Программа продлится до 6 сентября. Татьяна Пудова, Александр Дудко. Новости губернии.